Рецепт от Леонардо Йоновича. Мы отвариваем картошку. Сейчас я снимаю кожуру и ее ставлю на сковороду. Добавляем лучок, немножко специй. У нас получится гремучая смесь. Ожидание. Для приготовления этого блюда мы добавляем подсолнечное масло. Сейчас используем одно яйцо и майонез по вкусу. Специи добавляем по вкусу, и это блюдо получается аппетитным. Два человека могут вполне быть сыты.